Друзья, приветствую всех на канале, с вами Marl Hero. И в сегодняшнем ролике, как многие из вас догадываются, мы продолжаем вместе с вами тратить те самые леденцы на прохождение мини-игры, которая называется «Сладость или гадость». Конечно, количество леденцов, которые мы сегодня потратим, зависело ровно от того самого количества лайков, которого как раз прожали под нашим видеороликом предыдущим. Это 138, округляем до 140, и получается 140 леденцов мной сегодня будет и потрачено. Поэтому не теряем времени, давайте забегаем максимально быстренько с выполненными миссиями, в которых нужно бивать блокилы на разных вооружениях. Вы, в свою очередь, обязательно не забывайте поддерживать активность этот видеоролик, потому что в этом видеоролике мы вместе с вами ставим новую цель в плане лайков, которая также покажет в следующем видеоролике, сколько мы вместе с вами потратим тех самых леденцов. То есть один ваш пальчик вверх равен тому самому потраченному леденцу. Заодно поделитесь обязательно своими комментариями, кто, возможно, уже куда успел дойти, будет интересно прочитать. Но не забывайте, что, как ни странно, мы с вами обязательно сможем, если понадобится, если активность этого видеоролика будет хорошая, тратить те самые кристаллы, которые имеются на аккаунте. У меня целых 11 миллионов на те самые леденцы. Поэтому будьте активны, и обязательно мы в скором времени, надеюсь, что доберемся до каких-то ближайших чекпоинтов. Заодно, если впервые на канале, не забывайте подписываться и прожимать колокольчики. Я, в свою очередь, напоминаю о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal. Привязывайте в настройках аккаунта и участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 2 миллиона. Ну и помимо кристалликов, вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоинов. Вся подробная информация есть на нашем сервере в Дискорде. Присняйтесь, ознакомливайтесь, ну и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Ну а я вам, друзья, желаю успехов и побед. Ну и давайте, не теряя времени, перемещаться уже в саму мини-игру. У меня как раз таки имеется на балансе целых 198 леденцов. Большую часть мы сегодня потратим, поскольку вы набрали лишь 140 пальчиков вверх. Но в следующий раз обязательно эту ситуацию, возможно, мы исправим и уже потратим гораздо-гораздо больше. Поэтому от вашей активности зависит, насколько вам интересно, чтобы мы вместе с вами добрались как можно скорее до того же вулкана с устройством, которое, я думаю, было бы многим интересно, чтобы мы протестировали. Ну и, возможно, если прям будете активны, мы доберемся до новых скинов Демония, потому что, как вы видите, кристаллов мне предостаточно на данный момент. Ну и, конечно, 50 тысяч танкоинов. Никто не отменял возможность покупки тех самых предложений, которые имеются в нашем магазине. Поэтому, друзья, с вас активность, меня дополнительный контент с прохождением этого мероприятия. Ну что же, теперь, наверное, можем вместе с вами начинать прохождение нашего мероприятия. Напомню о том, что я в предыдущем видеоролике совершил лишь 7 ходов. Это в первый же день, когда я выполнил буквально пару миссий и, конечно, потратил свои первые леденцы. Сегодня больше, ну и надеюсь, что в следующий раз и того больше потратим, потому что я считаю, что нужно вместе с вами двигаться как можно дальше, дабы заполучить как можно больше наград в этом мероприятии, пока такова возможность имеется. Давайте, наверное, ходить. Надеюсь, что сегодня нас будут плюсовать. 10 танкоинов получаем. Не так много, на самом деле, потому что мы вместе с вами уже обсуждали итоговые награды, которые имеются в этом мероприятии. Кто не видел видеоролик, можете посмотреть. Пока что плюс 1. То, что не откидывает, это уже хорошо. То есть, вот так вот, даже минус 5 сразу же на, получается, пути ко второму чекпоинту. Я видел, честно, результаты наших подписчиков, которые даже в этом случае, по-моему, ни разу не столкнулись с тем, что их откинуло обратно. У нас, получается, должно остаться около 60 леденцов, как мы с вами договорились. Поэтому сегодня немножечко даже у меня леденцов имеется в запасе. Но при этом этого, скорее всего, будет недостаточно, дабы завершить даже второй чекпоинт. Плюс 2, кстати. Вот это интересно. Хорошо, то есть мы еще можем с вами совершить, ну, как минимум 2 хода. Конечно, можно уже добраться до ближайшего островочка, чекпоинта, если, конечно, нас не откинет. Поэтому, как вариантик, почему бы это не сделать? Даже чуть-чуть я потратил больше, нежели вы набрали. Но в любом случае, я думаю, это уже стоит сделать, раз мы находимся так близко. Ну и, конечно, получаем уже дополнительные награды. Это 50 танкоинов, 5 контейнеров, 5000 кристалликов, припасики, ядер энергии, дополнительный слот модуля, который, в принципе, у меня имеется. То есть награды пока такие себе несущественные, которые роли в моем случае никакой не играет. Но дальше предстоит нам опять же целый круг, 17 прыжков, на часть из которых я уже имею в своем случае даже леденцы благодаря выполненным заданкам. Поэтому, в свою очередь, друзья, обязательно ролик не забывайте поддерживать активностью пальчиком вверх. Напоминаю о том, что ваше количество пальчиков будет равняться тому количеству леденцов, которые мы потратим в следующий раз. Поэтому, если набираем в ближайшее время, в течение суток, около 200 лайков, я думаю, что этого предостаточно будет, дабы
дабы добраться, скорее всего, до третьего чекпоинта, а лучше всего запаса, то в таком случае уже будет возможность протестировать то самое новое устройство на пушку Вулкан, друзья. Не забывайте делиться своими успехами, результатами, кто, возможно, за сколько ходов добрался до того же второго чекпоинта. Интересно, сколько вам везет больше, чем мне, потому что как минимум на минус 5 я уже улетел. Но вроде как не самый пока что печальный результат. С другой стороны, предполагаю, что дальше будет и того все хуже. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Заодно, если были впервые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня. Ну и до скорых встреч.